плана подойдем к ответственности мужчине к этому вопросу. Ваша женская энергия сильнейшая, поэтому вы управляете всеми процессами. И поэтому я сравню так. Это как атомная бомба. В руках женщины это вы, вот энергия такая сильнющая. А у мужика там рогатка вот эта детская. Вот то, что я с той рогаткой сделаю, много. А вы если то бомбанули, то бомбануло. Я серьезно говорю, очень много лил из духовных писаний, где говорится, какова сила женщины, сильнейшая сила женщины. Даже полубоги возвращались из мертвого тела, покинувшего тело, сила женщины забрала у Ямараджа, вернула тело с душой. Я уже не говорю о том, как вы знаете, что когда мужчина идет на войну и другие опасные ситуации, сила женской молитвы. Защищает его или нет. Женская энергия способна чудеса творить. Как хорошие, так и нехорошие. Но она отвечать будет за нехорошее, конечно. Почему эти все колдуньи, ведунья, ведущая мать, да, ведунья? Ее можно энергию использовать во благо, можно невежество использовать. Жить в благости. Поэтому столько ограничений для женщин. Если женщина что-то сделать не так, будет страдать очень многие. Поэтому туда не ходи, то не делай, будь целомудрый и так далее. Очень важно. Okay. А вы напомните тему какую, скажите, пожалуйста. Вы сказали, повторите, что вы сказали до этого, будьте любезны. Не-не. Если надо работать. До этого вы сказали фразу, будьте любезны, что вы сказали. Продолжаю вот эту тему, что мы сейчас сказали, да, что вы атом, женщина, это женская энергия, это атомное оружие, разрушительное, либо созидательное, куда вы направишь. И вот как девушка сказала, если женщина недовольна, она может разрушить все. Совершенно верно. Она должна... Самая большая аскеза для женщины. Что такое аскеза? Это... Аскеза, как это сказать хорошо? Это преодолевание каких-то трудностей, препятствий, добровольно взятых на себя, да? Которые позволяют мне получать энергию. Так вот, аскеза для мужчины – это взять ответственность. Для нас это очень сложно. Если учитывая, что в прошлой жизни, как правило, мы все были мужики в женском теле, попали в мужское тело, что нужно в свое благочестие, нужно научиться ответственность брать. А просто жизнь не был в женском теле. Ну, кто-то заботился. Знаете, как сложно? А вам наоборот. У вас, женщин, чего очень сложно? Вы были генералами, я говорю, да? Просто жизнь в мужском теле. Ну, не все, но многие. А теперь надо стать солдатом. Это очумительно сложно. Я вас прекрасно понимаю. Еще. И большая, одна из тех больших проблем у женщин в отношении к семье. Гордыня. Я-то больше. Тело-то, душа, тонкое тело. Помнишь, что я был мужиком? Но тело-то другое. Почему мы должны действовать согласно тела? Номер один. Номер один. Вспомните девочек школьного периода и мальчиков. Дошкольного, там, 3-5 лет, очень четко проявляется. Можно четко увидеть, кто был в мужском теле, кто в женском. Если девочка такая боевая, как правило, таких очень много, она мутусит пацана, там, ой, это мама, мама. Пацан одевает женские одежды на себя, а на мужские. Так ты девочка, одевай платье. А ты мальчик, не одевай эту юбку, что ты ее тянешь? Первые признаки того. Так вот, представьте, да, вы были в мужском теле, а вам сейчас дали плохо. Плохая была сегодняшняя женщина, плохой мужчина в прошлой жизни. Нужно научиться смирению. Смирению. Не брал ответственность, теперь смиряйся. Погнетаю тебя. Okay? Поэтому, если возвращаясь к тому, что чего не хватало первые годы жизни, да, до полового созревания, это то, над чем надо работать. Если мне с точки зрения гармоничной личности, если я не получила, не научилась развивать вот свои женские энергии, то я не получала их просто, ну, карма, это моя задача. Ни сексуальности у меня недостаточно, но сексуальность женская, да, если у меня сексуальность мужская, с мужиком не хочется заниматься сексом, мужику с мужиком не хочется заниматься сексом. Хочется нежности, чувственности. А откуда у женщины, чтобы женщину проявляем, да, по-женски? Как она будет по-женски проявлять? Она должна наполниться женской энергией, иметь опыт, как это по-женски делать. А если у нее санскара осталась прошлого тела, так, иди сюда, Вася, сколько ждать тебя можно? Не понял, что ли? Так, 5 минут помылся, быстро в кровати.
Кстати, такой ситуации. Таких ситуаций очень много. Вот только так ты мальчику сказала своему, ну, он же у тебя не мужчина, уже мальчик, потому что я же им команду. Ты играешь роль мамы, да, или, ну, как правило, мамы строго, да? Захочет, будет у него желание заниматься сексом? Нет. Встань в роль, в эту любовницу, наполнись женской энергией. И помоги мужчине, мужчине прочувствовать, что он мужчина. Дай мужчине прочувствовать, что он мужчина. Во всех его постасях, хотя бы вот в этих энергиях, которые он отвечает, первая, третья, пятая, седьмая. Как мужчине, девочки, как мужчине помочь, подсказать, что ты мужчина, поднять вот его самооценку? Как? Просто подсказку дал уже. Первая, третья, пятая, седьмая. За свои отвечать. А? За свои отвечать чакры. Так, еще что? Так, свои, правильно, наполнить свои энергии. Да что еще? Не выполнять его. Давайте по первой энергии. Как я по первой чакре, за что он отвечает? Могу мужчину поднять его самооценку в этом, его энергию в этом? Благодарность. А? Благодарность это, скорее всего, третья чакра, когда он что-то дал ей. Здесь все только первая чакра. Это мужественность, это сила, это крепость, это твердость на ногах. Ты у меня защитник, ты такой классный, без тебя. Слушай, ты защитил этого. Ты этому так вот ему... Ты такой молодец. Не стал драться с тем хулиганом. Вообще. Я знаю, если ты ему дал, он бы просто упал бы. Вот, молодец, я восхищаюсь тобой. Ты не стал, понимаешь, ты мудро поступил. Ты не стал с ним драться. Понимаете? Тонко. Нужно это уметь делать. Мужчина будет таким, каким вы захотите, вы сделаете. Помните, ваша энергия преобладает над нами. Вы над нами управляете. Что ты сделаешь в него, вложишь, то он и будет. Из короля можно сделать сапожника, сапожника, короля, буквально в смысле слова. Благодаря женской вашей энергии. Это ваша ответственность. Заправлять нас, вдохновлять нас, давать свои энергии. Давать сердечную энергию. Безусловную любовь, чувство сострадания. Потому что у нас-то спит. Открыть, помочь мужчине стать таковым. Окей? Дать чувственную сексуальность, что она спит у нас. Окей? Помочь мужчине понять мир на подсознательном тонком плане, пока он не дошел еще. Потому что вы чувствуете, дорогой, я чувствую, что здесь вот не хотят. Не делай. Но только не спекулируйте этим, что раскусит муж раз. Дорогой, я поняла, что нам не надо ехать в трехзвездную гостиницу, надо ехать в пятизвездочную. На Багамы. Не злоупотребляйте этим, окей? Потому что это будет так. И поэтому, когда мы вот это мы поднимаем, то есть мы помогаем мужчине развивать его энергию. Все в вашей силе. Если вам попался мужчина, который недостаточно, или вы там его подавили, или был такой, это ваша работа. Коль вы сошлись, каким-то звезды сложились, как звезды складываются, или мы их складываем сами, мы будем изучать на этапах развития отношений, постараюсь вам раскрыть эту тему. Но коль уже сталось, он уже сталось, коль мы уже женаты, мы удружены все. А у дружини, нагадую, як що означає у дружині? Що значить поженились? Як тільки ви вступили в сексуальну зв'язь, ви вже поженились. По законам духовним. Хто цього ще не розуміє, воно прийде напоминалка позже. З кувалду. Догонять. Ми в ответі за тих, кого ми приручаємо. По духовним законам, як тільки вступили в близость фізичну, ми вже муж і жена. Окей? И несем всю карму, делим по 50%. Напоминаю для тех, кто не слышал. То все партнеры, с которыми мы общались до замужества и женитьбы, то всеми карму мы делим 50%. То всех Васи, Петих, там у кого какие проблемы, мы их всех собираем. Вот. И будем с ними работать. Все свое. Спасибо, Вася, что принес мне карму, там 100 девочек. Уже Вася такой популярный в институте был, самый красивый, у него столько девчонок. И я решил тоже, что я хуже, что ли, понимаешь? И приобщилась к общей карме. Ладно, если этот Вася был король, у него карма очумительная такая, классная, да? Вот королевская карма, кшатрий такой, браман. Это за счастье, это классно, да? Как бы, карма присоединится. Ну, много ли таких у нас королей? Да? Поэтому думайте, девочки. И мальчики тоже. Мы ответим за то, с кем мы общаемся, кого мы приручаем. Это ответственность кармическая, девочки.
так мы говорили о том, что мы должны друг другу, то есть если мы, нам чего-то не хватает, значит, мы должны это дать сначала. И мы говорили о том, что если хочешь получить внимание, любовь и заботу своего мужа, защиту, чтобы получить, нужно ее дать, нужно что-то дать. Дать это по-женски, да? Дать по-женски. Если хочу, чтобы муж относился ко мне как к любимой дочери, я должна себя вести как любимая дочь. Этот опыт я получила, и я также должна что-то дать назад. А что назад я даю? Женскую заботу и любовь. Благодарность, спасибо тебе, дорогой, заботу, папочка такой, дайте рубашку поглажу, там еще что-то, массаж тебе сделаю, да? Кстати, эти девушки, которые я предложил сделать, посмотрите, какой будет колоссальный эффект. Будет посмотреть. Да. Также хочу сказать о том, что вот целомудрие и честность в отношениях очень важные факторы. Если кто-то из вас имеет какие-то, сделал какие-то нехорошие поступки в отношении своего партнера, и если, мое понимание, не заставляю никого делать, если вы честно признаете своему партнеру, своему половинке своей о том, что вы это сделали, то в моем понимании, что ваше уважение поднимется во много раз. Ему будет неприятно, что вы сделали, но к вам откроется большое доверие и очумительное уважение. Кто не верит, поставьте себя в обратную роль, что вам ваш партнер пришел и рассказал то, чего он мог не рассказывать. И я бы никогда об этом не узнал, не узнала. Он пришел и рассказал. Какое к нему будет отношение? Не узнала, уважение, да? Узнается, ну, допустим, вы уверены 100%, что не узнаем, да? Будет уважение к нему? Даже что вот негодяй, вот с Машкой там кусись его. Наверное, первое было бы чувство, лучше бы я этого и не знала. Мне кажется, это перекладывание. Ну, вот у каждого по-разному, смотрите, как вам откликается. Ну, вот с моего опыта, большое уважение. Конечно, неприятно, да, новость какая-то там. Но уважение очумительно большое и доверие к этому человеку. Рано или поздно все тайное становится явным. Так лучше самому рассказать, чем ждать, пока он об этом узнает. Честность – это одно из важных обязанностей каждого из нас в отношениях. Это то, с чего начинается – доверие. Не помню, что эти все энергии, каждый должен давать. Каждый берет обязательства, да, по защите, по чувственности, по обеспечению, да, эти чакры. Но мужчина во внешнем мире, женщина во внутреннем мире. Мужчина по-мужски, женщина по-женски. По-женски как, если в внешний мир я иду? Удовольствие получаю. У меня уж карма, хорошо, ничего не делаю, удовольствие получаю, еще денежка дается. Браво. Но при этом у меня гордыня взрастает, я не говорю о том, что ты вообще смотри, я тут, понимаешь, обеспечу семью, а ты что такое? Сердечность то же самое, да? Вы хотите заботливого мужа, хотите, чтобы он был внимательный, тонкий и чувственный? Дайте ему это. Здесь вопрос побитой о том, что то, что у меня доминирует, я это должен дать, чтобы партнер мне это дал, чтобы у него активировался, особенно если на него спит, как бы карма тяжелая, родители там не очень были жесткие у него, да? То я должна раскрыть этому сердце, открыть мужчине, помочь открыть ему сердце, сердечко. Мужчина не открывает жене сердце. Это не его задача. Он может только рефлектировать то, что вы излучаете. Защиту женщина может рефлектировать, которую мужчина дает. Трансформируя в женскую энергию. Или защиту свою по-женски. Мужчина отражает сексуальность, чувственность, которую излучает женщина. Какую она сексуальность получает, такую она получает от мужчины. Если она ее на уровне дикого секса, она такую получает. Если она ее транслирует на уровне чувственного секса, она получает такое. Вы управляете этим. То же самое третья чакра. Мужчина, излучая заботу о жене, получает заботу по-женски. Что-то приготовила, сделала тебе массажик, рубашку погладила лишний раз, еще что-то сделала. Так происходит. Угу. И здесь важно вот сказать, очень важный момент такой, чтобы я хочу, чтобы почувствовали, обмен энергиями. Очень важный обмен энергиями.
Давайте остановимся пока вот на базовых чакрах. Первая и третья. Обеспечение и защита. Окей? Это базы. Без корня мы не можем дальше двигаться. Почему и проблемы возникают? Вы говорили про Америку. Как только кризис начался, когда люди строят отношения на партнерских отношениях, на финансах, нам с тобой удобно жить. Мы делаем аренду, снимаем апартмента, делим виллы пополам, питание и так далее, машину. Нам выгодно. Партнерские отношения. Как только это третья чакра. Right? Третья чакра. Если это прервалось, здесь уже ничего не держит финансы, то... А здесь ничего такого более высокого у нас не было. Наша точнее разваливается. Поэтому крепкие отношения, считаются, должны быть минимум на трех чакрах. На трех центрах. Желательно, как я уже говорил, хотя бы одно духовное сердечко у нас. Да? Чтобы одно хотя бы духовное было. Потому что рано или поздно вот эти чакры у нас ослабеют. Сексуальность 100% ослабеет. Гормоны пройдут максимум 3 года. Максимум. Right? Физическое тело наше дряхленькое станет. Мы же непривлекательны. Доказательство этому вспомните, пожалуйста, стареньких бабушек и дедушек, кто видел, которые старенькие, но идут такие. Да, идут. Или за ручку держатся. Сердце тает. Я говорил уже много раз, первый раз увидел это в Америке, на Бродвее. Идут такие, я такой добежал к ним, начал их расспрашивать, как так, как вы жизнь такую, как у вас получилось это все так. И вот вам пример. То есть тело у них никакое, финансы у них уже тоже не такие активные, с годами уходят, да? Секса, естественно, нету. Что у них есть? Точно есть сердечность. Точно есть о чем поговорить. И какие-то общие цели в жизни тоже строят, как минимум, если еще и в церковь не ходят. Вот это то, что мы должны развивать. Пока здесь у нас крепко держится вот это от природы, здесь не надо ничего делать. Если мы притянулись феромонами, гормонами, мы чувствуем притяжение, а матушка природа так работает, мы находим партнера. Первая задача на продление рода, вы знаете. Много ума не надо. Это для того, чтобы мы не вымерли. А дальше размножайтесь, плодитесь, но думайте. Следующая задача – развивать естественные центры и свои кармические задачи.